По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и по приглашению епископа Великоустюжского и Тотемского Фотия представители Уральского колокольного центра приняли участие в открытии первого епархиального фестиваля «Устюжская звонница-2024». Фестиваль прошел в городе Устюг Вологодской области и был посвящен празднованию Дня памяти праведного Прокопия Устюжского, покровителя города. В первый день фестиваля руководитель Уральского колокольного центра, священник Дмитрий Бажанов и инструктор Инна Аваева провели мастер-класс по колокольному звону для звонарей Великоустюжской епархии. Я вам покажу, какая у нас особенность колокольного звона, на что мы внимание обращаем. Вы покажете, что вы умеете, обменяемся опытом. На мастер-классе говорилось об особенностях совершения уральских колокольных звонов и о том, как проходит обучение звонарей в Екатеринбургской епархии. В мастер-классе приняли участие более 30 человек. Правильно ударять. На следующий день фестиваль открылся совместным колокольным звоном у кафедрального собора Прокопия Праведного. Затем состоялся концерт, в котором прозвучали колокольные звоны в исполнении звонарей разных приходов Великоустюжской епархии. Отец Дмитрий Бажанов в своем приветственном слове отметил, что Вологодская земля имеет давние традиции колокольного звона. Заезжая в ваш край, уже поражаешься обилию храмов, красивой архитектуры. И только мы заехали в ваш город, как услышали сразу же звон в храме святителя Стефана Великопермского. И нам уже стало понятно, что мы въезжаем в Вологодские края, где есть знаменитые вологодские узоры, вологодские звоны, особая звонарская школа Вологодчины. И уже когда мы начинали мастер-класс, что было отрадно? Отрадно было то, что если бывают просто дети из музыкальных школ, которые приходят заниматься, это одно. А здесь много ребят было именно с приходов, и видно, что они занимались колокольным звоном не как-то там оторвано, а это часть их жизни, часть их души. И колокольный звон, как неотъемлемая часть православного богослужения, уже встроена, если можно сказать, в душу каждого вологчанина, каждого жителя района Великого Устюжского и всей епархии. Во время фестиваля владыка Фотий вручил сертификаты всем участникам и благодарственные письма гостям.